мы не от фонаря говорим «Чуров, уйди», а того, что произвол сейчас. Не 4 декабря, а вот сейчас. 15 февраля в стране произвол, профанация, комедия, фарс, а не выборы. И главным организатором этого является Центральная антиизбирательная комиссия. Комиссия по срыву выборов президента страны. Мы с этим и боремся. Мы считаем, что фактически нет сегодня в стране никаких честных выборов, нет реального соперничества. Есть одна позиция господина премьера, который за два месяца не сходит с экрана, 70 с лишним процентов всего эфирного времени отдается на освещение его этой позиции. Остальных, по сути дела, свалили в братскую информационную могилу. Под совместным заявлением стоит и подпись Сергея Миронова. «Справедливая Россия» поддержала своих коллег. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев в ответ на прозвучавшее заявление обратил внимание выступавших на применяемые ими двойные стандарты. Вчера, конечно, заявление, которое вы подписали, большие молодцы. Вы там пишете очень интересную вещь. Значит, так и так Владимир Владимирович не должен находиться на боевом посту, возглавлять правительство. Тогда логично предположить, что кандидаты в президенты должны уйти в отпуск. А вы что здесь находитесь? Трибуна горячая, не прикоснешься, вы понимаете? Вы же каждый день, вот идешь в зал, кого видишь? Видишь наших дорогих кандидатов. Они с жаром, с упорством доказывают свои какие-то взгляды. СМИ их показывают, рассказывают. Это нормальная практика.